Букер, ты боишься Бога? Нет, но тебя боюсь. Локализовано cginfo.tv. Ты так и будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять, грести. Грести? Это в мои планы не входило. Хочешь, чтобы я один всю работу что сделал? Это? Нет, но надеюсь, грести будешь ты. Почему это? Ты предложил сюда приехать. Я предложил? Я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет. Пожалуй, гребли неплохо укрепляют тогда тело. Про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет, и огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла. Приехали. Может сказать ему, когда мы вернемся? И что это изменит? Может, это его хоть немного успокоит? Ну, хоть в этом мы с тобой согласны. Эй! А меня тут встретят? Очень надеюсь. Не хотелось бы застрять в таком месте. Может, внутри кто есть? Простите, я Букер Дэвид. Вас обо мне, наверное, предупреждали. Удачи с этим, приятель. Есть тут кто? Эй! Thank you.
А, тот рисунок. Я должен сесть в это милое креслице. И что тебе? Что за черт? Приготовься, Пилигрим. Ремни да нужны что для происходит? Безопасности. Это не к добру. А? Нет, 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 твою мать! Вознесение. Вознесение на счет 5, 4, нет. 3, 2, 1. Нет. Вознесение. Вознесение. Так, спокойно. 5000 футов. 10 000 футов. 15 000 футов. Аллилуйя. Что? Простите, что это за место? Рай. Точнее сказать, истинный рай земной. Лучше держать такие вопросы при себе, не то меня сцапают.
Любите пророка, ибо он любит грешника. Любите грешника, ибо он есть вы. И если не станет грешника, какой прок в искуплении? И если не станет грехов, что же тогда прощать? И каждый год в этот знаменательный день мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести и погружаемся в крещальную купель. Внимание! Если бы пророк лишь поразил врагов наших у Вундетни и не отрекся от Содома, что под нами, то и тогда этого было бы достаточно. Если бы... Новое лицо! К нам пожаловал чужак из Содома под нами. Явился в Колумбию, чтобы очиститься перед лицом пророка нашего, основателя и Господа. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? Брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты смоешь с себя грехи, брат. Делать-то нечего. Надо соглашаться, или придется повернуть назад к ракете. Иди и очистись! Аллилуйя! Давай, брат мой. Возьми его руку. Иди же, дай нам изгнать из тебя беса! Слава пророку! Слава Господу нашему! Подойди, дай нам смыть с твоей души скверну Содома! Эй! Крещу тебя именем пророка нашего, именем основателей наших и Господа нашего. Господи, позволь всему рабу возродить Колумбии. Не знаю, братья и сестры, мне кажется, он еще недостаточно чист. Кто там? Кто там? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид. Открывай, сейчас же. Я же сказал, что не буду этого делать. А теперь уходи. Мистер Дэвид. Мистер Дэвид. Идиотский священник не понимает, что крестить и топить — совершенно разные вещи. Надо найти какой-то ориентир и понять, где я вообще. Дабы у Эдема была индустрия, что возвысит его над всеми странами. Отцу Джефферсону скрижаль. Пророк наполняет легкие водой, дабы они крепче любили воздух.
перешедший Делавер с огненным мечом и крыльями ангела. Храни меня, даруй мне силу, огради душу мою от страха. Во имя меча, скрижали и ключа. Аминь. Да, кретины есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. Опоздание. Можно что-нибудь организовать? Ой, мистер Росиноль, я в жизни не ела устриц. Вы негодник, мистер Росиноль? Чертовски неудобно, когда здание не подходит вовремя. Вчера пришлось лететь на гондоле. Такая теснота, ужас. Доброе утро. Здрасте. Прекрасный день для праздника. О, эта статуя. Мне кажется, она не передает присущей отцу Комстоку абсолютной, знаете ли, божественности. Для скаута свободы нет слова «хочу». Есть только слово «должен». Сальтенстоун нормальный мужик. Он стоит за веру, семью и отечество. Кто тут что может возразить? Никогда не связывайся с художниками, приятель. Слишком взбалмошные. На них нельзя положиться. Ага. Я ему говорю, что работы по парку отстают от графика. Ландшафт готов наполовину. Скульптуры не привезли. В фонтане дождевая вода. Цветы не сажали. Все это надо было сделать месяц назад. А затем Архангел явила мне видение. Город. Легче воздуха. Я спросил ее, зачем ты показываешь мне это, Архангел? Я не сильный человек. Не праведник. Не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк. Но если даже ты уповаешь на благодать Божью, почему же остальные не видят ее в себе? После победы у Вонда Дни ангел Колумбия явилась отцу Комстоку и открыла ему будущее. И пророк повел народ прочь от Содома под нами. Все выше и выше поднимались они в город, где они создали идеальный союз. Появилось чудесное дитя, Агнец, ключ к будущему нашего города. И подсказал пророк, что она из башни направит Содом под нами к праведности. Порядок. Ну, удачи там. Не так просто спланировать такой день, как сегодня. Столько всего происходит. Нельзя всюду успеть. Лотерея и ярмарка. Силен с мечом, но слабоват с ключом и скрижалями. Ну, вы понимаете. Безоблачное и ясное небо. Все на доверии. Ветер легкий, переменный. Словом, прекрасный день для праздника, Колумбия. А теперь вернемся к музыке. Забирай.
погружается в крещальную купель. Из воды же выходит другой, рожденный заново. Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой одновременно. И только взгляд другого человека проявляет это различие. Купите бутоньерку? Мы собираем деньги для женской патриотической лиги. В другой раз. А вам бы такой букетик пришелся очень к лицу. Может, еще передумаете. Да, они сказали, что она там. Вам телеграмма, сэр. Ха. Тут вам телеграмма. Дэвид, ТЧК, Комсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Что за...